без предупреждения. Извините, мы... Да, надо было просто спросить, можно я включу запись? Они бы все сказали, включайте. А когда мы без предупреждения делаем, потом мне пришлось извиниться перед ними и сказать, что случайно вы это сделали. Они говорят, ну и пусть. Ну, то есть просто, ну, культура такая. Ну, что я понял. Это тот момент, как-то мы прощелкали, но вы можете не волноваться, что это видео куда-то попадет. Я не волнуюсь. В сеть. Я бы хотела, вот он, когда делает, ну, тонкое дыхание, еще просто уточнить. Вот вы в своих роликах, потому что я часто очень пересматриваю ваши ролики, и поэтому вот даже сейчас, мне кажется, что я ролик смотрю, общаясь с вами. Хорошо. Знаете, единственное, я всегда замечаю, всегда обращаю внимание на ваши картины, всегда, потому что они... очень красивая, и вы еще говорите, что я не дорисовала, я смотрю, ну, не вижу, думаю, оно же дорисованное полностью. Это я делаю, вот, вчера ночью делал, еще не закончил. Видите, выражение лица не очень еще такое. Это вы за ночь рисуете? Я ночью, я вообще ночной человек, я днем отдыхаю от этого всего. Я с 19 часов начинаю работать, но до утра. У меня так после травмы шеи так переоборудовалась, да. И значит, я ее должен доделать. Видите, пока я ее не сделаю, чтобы она прямо вызывала, прямо такое ощущение, я не могу успокоиться. Вот. И я бы хотела спросить у вас, вот когда вы говорите, тонко идет дыхание, и вы говорите прислушиваться к себе, чтоб, ну, где теплее, то есть где теплее там, расслабление, где холод, это стресс. Но когда я вдыхаю, я чувствую холод, а выдыхаю, ну, теплый воздух уже. Но лучше мне контролировать при этом вдох, не выдох. Хотя выдох идет теплее, а вдох холоднее. Тогда как? Правильно, правильно. Вы же ищете, что вам легче контролировать. И вот сам поиск того, что вы ищете, что вам легче контролировать, сам поиск. Mm-hmm. А вы же ищете тепло, когда вы вдыхаете. Yeah. А потом оказывается, что у вас тепло, когда вы выдыхаете, но сам поиск тепла, когда mm-hmm. вы что-то делаете, это все равно, что вы ищете что-то по принципу горячо-холодно. И идете по пути, где горячо. Ну, то есть ищете. Сам поиск комфортности вызывает комфортность. Понятно. То есть сам важен сам поиск. Сам поиск. Не просто потому, что я думаю, ну, могу только сосредоточить свои мысли именно на вдохе, когда вдох холоднее идет, а выдох теплее, но мне проще. Думаю, может, что-то я не то делаю. Не, вы все правильно делаете, и сосредотачиваться надо именно на той фазе, вдох или выдох, которая вам легче. Угу. Которая вам легче. Ну вот как раз у Володи, когда он это делает, а он на чем сосредотачивается? На выдохе, наверное, да? Да. Он сосредотачивается на выдохе. Ну вот еще я заметила, вот он вроде бы настраивает себя, что, ну, все будет хорошо. Я говорю, ты вот на пике, вот когда начинается регия. Но по выражению лица, вот я вчера видела, ну, это было поздно вечером, мы, ну, ничего такого. А, знаете, мы еще тоже так думаем. У нас сейчас погода очень переменчивая, очень скачет. Настолько, то было 20 градусов тепла, теперь 10 градусов холода. Ну, да. В смысле, ну, такая, дождь идет, то солнце, то, ну, сильно скачет погода. Но вот это мы вчера так сидим, ну, такой был, ну, солнечный день, но ветрено было. И вот он вчера, когда аритмия началась, он так, он говорит, что он не расстраивался, но на лице он был так расстроен, ну, что он так старался, да. И все на смарку, он говорит. Да, вот когда погода меняется, надо вот руку сюда... и шейный отдел, проверить, где больно, от шеи до лопаточки, найти болевые точечки и там разминать. И потом точку хэгу разминать, вот так руку на руку положить сверху
И здесь вот так, если держать, здесь бугорочек. Она между, вот если ногтевое ложе, вот так прямо провести линию, и с этого ногтевого ложа прямо провести, и вот здесь вот прямо в центре. В центре. Здесь бугорочек, если так руку держать, бугорочек, там нерв проходит. Этот нерв проходит, и когда вы его ломите, так вот, там ломотка такая. Если вы пальчиком там нащупаете нерв, то там ломотка. Да. Чувство ломотки. Это точка, самая популярная точка из 2000 точек на теле, официальных признанных в китайской иглотерапии. Хэгу называется. Хэгу, она самая популярная, а ее подключают вообще большинство рецептов по иглоукалыванию хэгу. Потому что она, во-первых, контролирует ухо, горло, нос. Да, а канал, который идет, соединяется с толстым кишечником и с легкими. И поэтому одновременно, если голова болит или тревожность какая-то, если вы ее разминаете, да, и живот поправляется. Да, тут много чего полезного. Поэтому она называется общеукрепляющей точкой. Вот. И вот эту точку тоже поделать. Она вот когда погода меняется, или головная боль, или тревоги, страхи, если вы ее разминаете, как и ушки, то она потом дает такой поразительный эффект. А есть правая или левая рука в отличие? Мужчина начинает с левой, женщина начинает с правой. Да, в иглотерапии вообще принято так. Мужчины с левой стороны, женщины с правой стороны делают. Это инь-янь такое. А сколько по времени разминается эта точка? Она вообще точка скорой помощи. Допустим, когда у вас нет времени, даже минуту вы разминаете, и то дает результат. Но вообще-то, в принципе, вот это разминание точек называется шиатсу. Шиатсу, 10 пальцев шеи и воздействие на точки, да. Вообще-то курс можно себе провести. И там немножко подольше. Допустим, вы берете 10 дней, да, и каждый день или через день 2-3 минутки вы ее разминаете, да. Потому что если бы я проводил курс иглотерапии, я бы поставил сюда на эту точку иголку, и 20 минут бы была процедура. Я бы поставил и сюда, поставил на более болезненные точки при пальпации. И сюда бы поставил. И 20 минут. И так бы это длилось у него. Через день, допустим, по 20 минут в течение 10 дней. И у него бы общее улучшение было. А так, поскольку мы на дистанционке, поэтому время покороче. Потому что, когда мы делаем массажики, да, немножко другая специфика воздействия. Можно покороче немножко. Так. А вот скажите, вот он делает вот эти вот упражнения, ну, он все подряд делает, и лыжник, и шалтай-болтай, и хлёст руками, но больше всего ты любишь шалтай-болтай, да, делать. И вот вчера, вот, конечно, когда случился у него аритмия, то делал, наверное, минут 15. Правильно. А так он делает меньше. Может, ему надо больше делать по времени? Это называется приятные ловушки. Вот те упражнения, которые хочется продолжать и продолжать, это ловушечка приятная, которую и надо продолжать. И хорошо? Может по времени быть очень долго, да? Хоть сколько угодно. Это дети всегда так делают. Дети болтаются и не задумываются, сколько делать им. Они... Я еще болтаюсь такое на основе своих там бальных движений. Просто вот там есть такая бедрами восьмерка. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я так болтаюсь очень часто, даже автоматически, подсознательно. Правильно, потому что все приемы саморегуляции по методу ключ как раз вычислены. Как человек инстинктивно у себя снимает стресс. Как он делает это инстинктивно. И поэтому потом, когда он это делает сознательно, осознанно, вот он делает то же самое, что он обычно делает инстинктивно.
то у него вырабатываются уже навыки, и потом он уже может в нужный момент быстро снять стресс, уже не болтаясь. То есть это переходный момент. Значит, он делал это и так, делал по наитию организма, и так делал инстинктивно, теперь делает сознательно, а потом может и без них. То есть таким образом производится перевод ресурсных возможностей организма под контроль воли. По своей воле потом снял напряжение без посредника болтания. Я не знаю, насколько я понятно объясняю. Не, понятно, понятно. Вы понятно объясняете. Мы бы этот видео взяли бы и вообще в эфир выложили для да, всех. Да, можно вам выложить. Мы не против. Скажите, пожалуйста. Сейчас все в изоляции, доучились бы тоже. Это была бы наша ваша... Да. Вместе только мы силы. Мы помогаем тогда, получается, себе и всем одновременно. У меня просто еще такой болезненный вопрос относительно того, что у меня была операция. Я вот думаю, были ли в вашей практике такие случаи в жизненном вашем опыте, что вот эти все гимнастики помогают тем людям, у которых не было операций, а тех, у кого было уже хирургическое вмешательство. Оно вряд ли поможет, потому что там уже резали, потому что там уже... Ну, извините, я сам же оперированный, 7 часов мне оперировали шею, причем у меня тяжеленная операция, потому что мне позвонок улетел в спинной мозг и подразрушил спинной мозг. И у меня миелопатия, тяжеленная инвалидность, тяжеленная. Поэтому я не езжу на лекции, не езжу на симпозиумы, нигде не выступаю, как раньше, на международной конференции. Сижу на карантине уже больше, чем этот карантин. Я сижу несколько лет. Так у меня же именно операция была, вот ваш вопрос, помогают ли эти приемы. Так если бы они мне не помогали, я бы не мог работать с вами. Сегодня моя жена говорит, выглядит здоровым человеком, посмотри, ну, вот. Конечно, конечно. Абсолютно здоровый конечно. Человек. Так я делаю микроупражнения, потому что столько, сколько вы делаете, извините меня, если бы я так мог делать, я вам белой завистью завидую. Я вам завидую белой завистью, что вы можете гулять, что вы можете ходить, дышать свежим воздухом. Я вам завидую, что вы можете нервничать, потому что я не допускаю себя нервничать. Потому что если я буду нервничать, у меня начинается все спазмирование, у меня же миелопатия, у меня вот знаете, миелопатия, это как эмилина, это как его, на зубах же есть вот этот, как эмаль. Вот, ну, оболочка вот эта. Эмаль. На нервах тоже есть этот, забыл я, как называется. А у меня они там внутри как обнаженные, понимаете? Аскома. Меланин или как-то, я забыл, как это называется. Короче, я вам хочу сказать, что если бы это не помогало, то я бы не мог работать, я бы не мог рисовать, я бы не создал, я поэтому и создал дробную синхрогимнастику, потому что я, в отличие от вас, не могу минутами делать. То есть, если это мне помогает после операции, так вам, конечно, поможет. Но о чем может быть речь? Понятно. Но теперь я еще раз хочу вернуться к этой точке обсуждения. Если вы делали 2-3 раза в день дробно и находили, что в каких-то моментах во время упражнения вам хочется это продолжить, надо продолжить. То есть вы нашли именно те моменты, где вам комфортно. И продолжайте, пожалуйста. Там может быть не минута, а сколько хотите. Например, вы делаете лыжника или этот шалтай-болтай делаете, и вам хочется и бедро добавить, добавляйте бедро. А делаете тонкое дыхание, вам хочется там спать, так спите. Спите, не беспокойтесь, вы и ночью будете спать нормально. Зато клеточки мозга начинают накапливать запас питательных веществ. Единственное, я когда у него спрашиваю, вот ты выходишь вот после своих упражнений, как вы говорите, на ноль, такая пустая голова, ну, ты как-то говоришь, что вроде бы как нет, да?
Иногда вот бывает такое, что я просто перестаю волноваться, как-то все отбрасывается в сторону, как редко бывает. В Не основном всегда, да. просто остается такой осадок. Осадок от чего? От того, что эта аритмия может когда-нибудь не прекращаться. То есть она может быть стать стабильной. Вот что меня постоянно тревожит. Она раньше была раз в год, потом 2 раза в год, потом 2 месяца. Сейчас, потом вот раз в 2 месяца, я сейчас так думаю, боже, какое счастье! Это же было всего раз в 2 месяца. А сейчас она у меня каждый день, каждую ночь, ну через день. Бывает редко, что это раз в 2 дня или в 3 дня. Сколько И опять? вот когда я вот это все делаю, ну, Не можешь освободить мозги. да, мне трудно, остается такой осадок. Называется висящая проблема. Висящая проблема. А сколько операций вам сделали? Не одну. Одну операцию. Ну, на сердце такая операция. Ну, там двойная была операция. Там была Слушай. операция по замене аортального клапана и пластика аневризмы аорты. Слушайте, я вам вот что скажу. Вы спрашивали меня об этом, были ли такие пациенты, вам привел у себя пример. Теперь насчет сердца я вам приведу примеры. У меня очень много людей были с кардиостимуляторами. Да. Это же, представляете, на них тоже влияет и спады погоды, Конечно, перемены, ну, особенно все мать, влияет, понимаете, мать. да? Вот. И бывают такие резкие влияния, что человек мне звонит и говорит, слушай, что делать? Я ему говорю, слушай, сделай шалтай-болтай, как дети. А что это мне даст? У меня же сердце, он говорит. А ты сделай. Он начинает делать, а потом я ему говорю, а теперь сделай дирижера. Просто стой, дирижируй. Он начинает дирижировать. Потом я говорю, а теперь коси траву. Он косит траву. Да, потом я говорю, теперь плавай. Потом спрашиваю, какое из этих движений тебе понравилось легче делать? Он говорит, один говорит, дирижирование, другой говорит, плавание, третий говорит, там было упражнение, рубить дрова, потом мыть посуду, мыть окно, там, да. И вот перебирая эти все варианты, человек находит эти приятные ловушки, и он говорит, вот я бы мыл окно. Ну давай мой. Он моет, моет, потом говорит, слушай, мне так спать хочется. Я говорю, ну так спи, а можно? Конечно, можно. А я же ночью не смогу спать тогда. Да сможешь ты, просто ты снял напряжение, и тебе твой организм показывает, что тебе, оказывается, сна не хватало, чтобы дозаряжать клетки мозга запасом питательных веществ. Да спи ты, несколько дней так делай. Когда хочется спать после этого, спи. Не хочется, не спи. А хочется плакать после этого или во время этого? Плачь. Не хочется, не плачь. То есть ты, наконец, начинаешь снимать напряжения накопленные. И получается разгрузка с восстановлением. Это как смартфон поставил на зарядку, и он восстанавливается. И вот это называется курс восстановления, курс реабилитации. Так вот так надо делать. Значит, что мы с сегодняшней встречи возьмем? Элемент новый какой? То есть, если хочется спать после этого тонкого дыхания, поспите, не хочется, не спите. А хочется, спите. Хочется что-то добавить туда, добавьте. То есть, у вас появляется уже какой-то момент, принцип подбора путем перебора, принцип ключа. Находите, что вам приятнее, что легче, и уже слушайте свой организм. Ясно. Понятно. А, ну вы сейчас теорию послушали, а теперь вы это практически сделаете. И вот много-много, вот эта висящая проблема, она как бы начнет убираться. Потому что по сегодняшней встрече я вижу, что не убралось еще все. Не убралось еще все. Да, уберется. Увидите. Давайте мы в следующий раз встретимся через 3-4 дня. Хорошо, вот вы говорите, уберется все. Имеется в виду, уберется психологическое или физическое вот это стресс, напряжение? Или может быть такое, что
физическое напряжение, вот это, аритмия, эти сбои, оно останется, а психологически я просто буду абстрагироваться от этого. Ну, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что автомат, он не может остановиться. Он, хоть вы думаете, хоть не думаете, он все время работает. И будет, вы нас всех переживете со своими проблемами. Так у нас и бывает. У нас бывает человек, как старое скрипучее дерево. Всю жизнь жалуется, по себе чувствует. Понимаете? А ему уже 95. Да. Ну, вот вы, я же вам говорю, вы переживете. Автомат не может остановиться. Спасибо. Это первое. Хоть вы спите, хоть не спите. Вопрос в том, что когда вы нервничаете, вы чистоту вот этих вот аритмии себе провоцируете. Поэтому, когда вы меньше об этом думаете, спите вы или не спите, неважно. Когда вы меньше думаете об этом, то адреналина меньше в кровь выбрасывается. Потому что когда адреналин выбрасывается, он же для того, чтобы бежать, бить, там, застыть, он для боевой готовности, адреналин. Он включает, стимулирует. А он у вас зашкаливает. И поэтому он провоцирует сбои. Поэтому, чтобы вы постоянно адреналин не выделяли, а наоборот, когда вы делаете тонкое дыхание, или шалтай-болта, или какой-то, то, который вам легче и проще, вы включаете баланс между адреналином и эндорфинами, серотонинами и прочее, и у вас выравнивается баланс. Поэтому оно и меньше срывается сердце. Поэтому это не просто психологически успокоились. Это психофизиология. То есть связано все, другим. Все знают, что все взаимосвязано. Конечно. А правильно ли он делает, вот, допустим, среди ночи, если вот он иногда слышит, что срывается, начинает срываться сердце, он быстро вскакивает, трет себе нос и делает шалтай-болтай. Ну, правильно делает, только это можно не вскакивать, а просто взять теперь сегодня, добавим точку. Ты бежишь, разминаешь, или ухо разминаешь. Да, пожалуйста. Может, чтобы не вскакивал, а то он вскакивает ночью, и иногда купировать боль ему удается, но иногда не удается. Тогда он уже может все проделал. Не вскакивать и бегать, может сесть на краешек постели и вот так раскачиваться, и делать вот это вот, раскачиваться, и нажимать на точку. Да, может там петь песню, ну как нравится, то есть что организм подсказывает, ему подсказывает скачать. Я иногда, когда чувствую, что аритмия, проворачиваюсь на другую сторону и дальше продолжаю. Ну ты нервничаешь тогда. Стараюсь заснуть, вот так вот. Ты, ну нет. Стараться не надо вообще, надо просто вот мы еще раз встретимся, когда. Стараться вообще не нужно, потому что вы начнете чувствовать и будете плавать, как кораблик по волнам. Вы будете чувствовать потоки, когда вам легче, как планер, без мотора подниматься, когда восходящий поток. Когда вас тревожно, вы будете чувствовать, ушко сделать или носик помять. Вы начнете чувствовать, что в какой момент сделать. Это ваша аптечка. Вы начнете это чувствовать лучше. Мы всегда это чувствуем, что нам надо сделать. Нам помогает наша интуиция. Но мы заблокированы шаблонами. Мы думаем, а может не надо, может я не знаю, что после этого будет. Вам хочется спать, например, а вы думаете, а вдруг я ночью не усну. Понимаете, вот эти ум нам мешает чувствовать интуицию. Мы закрыты нашими авторитетами, статьями научными. Там. Сейчас много пишут, там, например, что... Надо лежать только на правом боку, или надо лежать только на левом боку. Ну, кто кому гораздо. Пишет, вы читаете, вы лежите на левом боку, да, и вдруг вспомнили статью. На самом деле вам приятно на левом, а не на правом, к примеру, да. А этот шаблон у вас висит, и вы вместо того, чтобы спать спокойно, начинаете думать, а может быть, мне все-таки... поменять бок, потом легли на правый, допустим, а там неудобно, а вы себя заставляете, потому что в статье так написано, понимаете?
Вот чтобы от этой мишуры лишней избавляться, поэтому и нужны эти приемы, после которых вы делаете то, что организм подсказывает. Ясно. Можно еще минуточку быстренько, я уделю ваше время и замену. Я вот когда делаю, ну, смотрю с ним шалтай-болтай или лыжника, у меня амплитуда колебания очень большая. Но при этом, ну, вот руки, вот я думаю, может, она меньше стать, так иногда задумываюсь. Но делать мне это приятно. Но когда руки разводятся, они не очень разводятся. Но зато я заметила, как вы сказали, вот такую встряску делаю, вот так вот я трошусь всем телом, так вот вибрацию, и ставлю руки, ну, мгновенно. То есть я теперь заметила, что я даже не могу делать этих упражнений, а вот такая тряска, вибрация, и руки расходятся очень быстро. Правильно, это правильно? Правильно, абсолютно правильно. Поэтому у нас и есть совет для всех, угу, у кого руки не расходятся, сначала потрястись. Угу. Да, на это есть упражнение. Сначала потрясся, снял лишнее напряжение, блоки, шейно-мышечные напряжения снял. Потом раз, они... И расходятся очень быстро. Конечно, конечно. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. У вас все будет хорошо, не волнуйтесь. Спасибо вам большое. И вы тоже будьте здоровы. Не... Будьте здоровы. Спасибо, до встречи. До встречи. Напишите через 2-3 дня, как дела. Хорошо. Все, спасибо, до свидания.